Теперь нам нужно связать белое пятно на пузо тигра. Вязать будем из белой пряжи. В принципе, пятно можно вязать любой конфигурации. Можно просто овал связать, как на пинетке вяжем подошву. Можно связать треугольником типа косынки. Ну, здесь уже просто ваша фантазия. Я буду показывать, как вяжу я. Берем белую нитку, набираем 5 воздушных петель удобным для вас методом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли – это столбик без накида. Заходим в третью петлю и вывязываем столбик без накида. Получается у нас 2. 1, 2. Я беру маркерную нить, пользуюсь ею. Вы смотрите, стоит вам ею пользоваться или нет. Следующую петлю провязываем столбик без накида. И в последнюю петлю тоже столбик без накида. В первом ряду у нас 4 столбика без накида. Вяжем второй ряд. Второй ряд без изменений, 4 столбика без накида. То есть вывязываем одну воздушную, столбик без накида. Это будет 2. Три, четыре. Вяжем третий ряд. Столбик без накида. Прибавка. 1, 2. Далее вяжем прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. В третьем ряду 6 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем. 1 воздушная, столбик без накида. Это будет 2, 3, 4, 5. Вяжем пятый ряд. Столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Далее столбик без накида, прибавка, столбик без накида. В
пятом ряду 8 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. Столбик без накида 1. Столбик без накидов 2. Прибавка. 1. И сюда второй. Столбик без накида. Далее вяжем столбик без накида. Прибавка. Два столбика без накида. 1, 2. В шестом ряду 10 столбиков без накида. Вяжем седьмой ряд. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. 1. И сюда второй. Столбик без накида. Далее столбик без накида. Прибавка. 1. И сюда второй. 3 столбика без накида. 1, 2. В седьмом ряду 12 столбиков без накида. Вяжем восьмой ряд. Вяжем без изменения 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вяжем девятый ряд. 4 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1 и сюда второй. Столбик без накида. Как вы поняли, вяжется это все в зеркальном отображении. Теперь вяжем столбик без накида. Прибавка. 1, 2. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В девятом ряду 14 столбиков без накида. 10, 11 и 12 ряды вяжем по 14 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3. И так вяжем до конца ряда, 10. Потом возвращаемся, вяжем 11 и 12.
Вяжем 13 ряд. 2 столбика. 1. 2. Убавка. 1. 2. И провязываем вместе. 3 столбика без накида. 1. 2. 3. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Убавка. 2 столбика без накида. 1, 2. В этом 13 ряду должно быть 12 столбиков без накида. 14 ряд вяжем без изменения, то есть 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вяжем 15 ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. Прибавка. 1. И сюда 2. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. 1. И сюда 2. 2 столбика без накида. 1, 2. В этом 15 ряду должно быть 14 столбиков без накида. 16 ряд. 17 и 18. Вяжем по 14 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 19 ряд. Столбик без накида. Убавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3. 4. Четыре столбика без накида. 1, 2, 3. 4. Убавка.
Столбик без накида. В 19-м ряду у вас должно получиться 12 столбиков без накида. 20-й, 21-й и 22-й ряд вяжем 12 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 23-й ряд. Столбик без накида. Убавка. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Убавка. Столбик без накида. В этом 23-м ряду у вас должно получиться 10 столбиков без накида. 24-й, 25-й ряд. Вяжем 10 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 26-й ряд. Столбик без накида. Убавка. 2 столбика без накида. 1, 2. Два столбика без накида. 1, 2. Убавка. 1 столбик без накида. В 26-м ряду у вас должно получиться 8 столбиков без накида. 27-й, 28-й ряд. Вяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 29-й ряд. Столбик без накида. Убавка. Столбик без накида. Столбик без накида. Убавка. Столбик без накида. В этом 29-м ряду должно получиться 6 столбиков без накида. 30-й, 31-й ряд. Вяжем 6 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем 32-й ряд. Столбик без накида. Убавка. Теперь вяжем убавку.
Столбик без накида. Вяжем 33 ряд. 1, 2, 3, 4 и вяжем 34 ряд. 1, 2, 3, 4. Так, нитку не обрывайте. Теперь берем туловище. И вот смотрите. Черные мы вязали в шестом ряду. Шестой. Значит, следующий будет седьмой ряд. Вот здесь седьмой ряд. Так, подальше. В седьмом ряду. Значит, где у нас остались нитки, мы пускаем вверх. И к седьмому ряду прикалываем. Вот по центру. И теперь немного подтяните. Ну, можно заколоть. Вот так. Вот. У вас все ляжет по животу тигра. Ну и теперь по центральной линии можно отметить, чтобы у вас все совпало. Ну, три точки уже должно совпасть. Вот. Если у вас не хватит то, что вы связали, вы можете еще один ряд провязать, допустим, на 4 столбика, либо подтяните, растяните немного. Если лишнее, уберите. Тут дело такое, все зависит от того, что мы набивали туловище, оно растянулось. Поэтому тут варьируйте. Все, теперь этой ниткой аккуратно пришиваем. Как я уже говорила, можно связать любой формы. Вяжите просто овал. Вяжите как косынку треугольником, сюда прикрепите. Можете вообще кругляшок связать. Это дело ваше. Теперь мы с вами будем вязать хвост. Берем основную нить, делаем кольцо. Воздушным. Один столбик без накида. И вяжем всего 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем второй ряд. Столбик без накида, прибавка. Значит, как я уже рассказывала, столбик я вяжу вот в эту петлю.
столбик без накида. Под следующую петлю за переднюю стенку прибавку вяжем один. И сюда второй. Опять один. Столбик без накида. Сюда прибавка. То есть два столбика без накида. Один. И второй. И еще раз. Вот сюда. Столбик без накида. Сюда прибавка. Один. Два. Во втором ряду у вас должно получиться 9 столбиков без накида. Кстати, что хочу сказать. Вот эту часть можно начинать и черным цветом. Тут уже ваша фантазия. Дальше вяжем полоски. Если вы будете вязать, как я, вяжем полоски черные. Вот давайте. Берем черную нитку. И вот этот последний столбик закроем нитью черного цвета. И вяжем 9 столбиков без накида. Один, два, только выворачивается, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. И вот 9-й столбик. Закрываем основным цветом. И вяжем 2 ряда нитью основного цвета. С 3-го по 28-й ряд вяжем по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Теперь еще кое-что хочу добавить по поводу хвоста. Как вы понимаете, хвост будет узким, 9 петель всего. Поэтому, провязав небольшой участок, возьмите наполнитель и либо крючком вставляете наполнитель. Я пользуюсь палочкой для маникюра. Вот этим концом вставляю. Возможно, что я синтепухом набивать не буду. А вот у меня есть трансформаторы. Вставлю проволоку. Вот у меня проволока разного диаметра. Ну, естественно, сюда нужно вот этот хвост закрутить, чтобы не наколоться. Значит, проволоку оставляйте длиннее, чем сам хвост. Потому что этот край проволоки вставим в тело, чтобы он не кололся, ничего не травмировал. В тело вставим,
и хвост пришьем. Черную нитку я здесь уже обрезала и заправила внутрь. Значит, как вы видите, у меня проволока внутри. Причем проволока была тонкая, я ее в две жилы скрутила. Кстати, черную нитку вы можете не обрезать, дальше вязать. Это уже дело на любителя. Я обрезала. Два столбика без накида убавка. Один. Два. Убавка. То есть две петли провязываем вместе. Это один раз. И опять два столбика убавка. Один. Два. Убавка. Один столбик без накида. Что хотела сказать? Вот я вязала через два ряда черные полосы. Вы можете вязать через три ряда. Это дело хозяйское, кому как понравится. Так, проволоку я перекручивала, потому что в одну жилу она тонкая. Вот я взяла две и перекрутила. Причем ставила ее сразу, иначе она потом не встает. Ее тяжело туда вставить. После того, как закончите вязать хвост, нитку отрежьте, но оставьте, чтобы можно было пришить. И вот здесь ряд закройте, как я вам раньше показывала. Вот, видите? Дальше. Проволоку оставьте. Вот такое расстояние примерно, чтобы в тело тигра вошло. Кстати, вот здесь проверьте, все ли у вас нормально. Так, приклеила я язык. Вот ротик открывается. Язык видно. Теперь, что я вам хочу сказать по поводу вот этих полосок. Полоски делайте по своему усмотрению. Вот я надеюсь, здесь видно. Вы можете посчитать, что два ряда сделала по центру черной полосой. Здесь вот треугольником, здесь так сделала. Ну, это уже на ваше усмотрение. Я тут немножко накосячила, конечно. Вот. Это уже ваша фантазия, как располагать полоски. Вот здесь лучше две полосы вот таким образом. Прокладывала нитку обычным стежком. То есть я шила как? Иголку вставляла, допустим, сюда, потом пропускала сюда, потом внизу сюда. Потом сюда, а потом шла обратно.
два ряда пропустила, и примерно на этом же уровне прошила вторую полоску. Под глазами белую нитку проложила, здесь черную. Ну, в общем, это фантазия. Так, по поводу бровей. Значит, два ряда отступила и в две нитки прошила брови, потому что в одну будет некрасиво. Как сделать утяжку? Берете нитку основного цвета и вот так пальцами нажимаете. Вот так сжимаете и смотрите. Где-то вот в этом районе, вот от центра 1, 2, 3, 4. Вот, вот здесь утяжку делать, в этих местах. Значит, вот где-то здесь, может быть, даже чуть подальше. Теперь давайте разберемся по поводу ушей. Вот, по краю глаза. Вот один столбик, два, три, четыре, пять, шесть, семь. После седьмого столбика прикрепляем одну сторону. Вот, закрепите. Дальше пропускаем. Видно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И поднимаемся вверх. Один, два, три. Третий ряд. И закалываете. И затем пришиваете. Получается изгиб. Закончила я пришивать все детали. Значит, как пришить голову? Берете иголку для амигуруми или любую тонкую спицу, устанавливаете голову в том положении, которое вам нравится, и прокалываете через голову и через туловище. Устанавливаете, как вам нравится. Затем берете иголки, булавки и накалываете. И потом пришиваете. Хвост. Хвост пришивается после первой черной полосы по центру. Тоже вот у меня проволока вставила туда. И потом иголками вокруг хвоста приколола и пришила. Теперь я вам расскажу, как установить задние и передние лапы. Берем опять же иглу или спицу. Напротив второго черного ряда 12 столбиков. По центру вот так разделите 6 здесь, 6 здесь. И спицей или иглой насквозь прокалываете одну лапу через туловище и вторую. Так, здесь будет. Берем вторую спицу или иголку, что у вас будет под рукой.
И прокалываем передние лапы, туловище. И балансируем. Значит, у меня вот после черной полосы где-то 2 столбика примерно. Вот. И дальше вы уже смотрите, балансируете, как там он у вас, чтобы четко стоял. И тоже все прикалываете булавками. Ну и вот такой тигр у меня получился. Надеюсь, кто-нибудь тоже свяжет такую же игрушку. Параметры этой игрушки. Высота 17 сантиметров. Длина от носа до конца туловища тоже 17 сантиметров. Вес всей игрушки 86 грамм. Надеюсь, что кто-нибудь тоже для своих детей, внуков или просто для себя свяжет такого тигренка. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.